все думают, что им нужно чувство силы воли. Да, вот. На самом деле нужна не сила воли, нужно понимание, что тебе нужно. Вот как только понимание возникнет настоящее, вы почувствуете, что у вас есть ресурс для этого. Вот. А если у вас нет такого понимания, вот, то вы можете думать, собираться, вот, рассуждать про это и так далее, находясь все в той же болоте. И как этот вот «Я водяной». Я... Сейчас не смотрят таких мультиков, нет? Так что главное внутренне просто понять для себя. Как только вы как бы собрался этот интеллектуальный объект, жахнуло в голове эта ясность, шаг за шагом, шаг за шагом.